На ближайшее время суток, а мы с игры. В общем-то, где-то около месяца назад Сирус решил переделать БДК-веточку на Сирусе своем и добавить новый спелл пожинания, переделать истерию, и, в общем-то, ГДК танков это, конечно же, коснулось. Теперь агронабор набирается немножечко по-другому, кнопочки нажимаются немножечко тоже по-другому, и мы можем разобрать, как без Т4 на любом ДК-танке набирать агро. Вам понадобится спек ГДК, ну, либо хотя бы из Блада, где вы берете талант пожинания, выбираете себе истерию, можно червей нафиг убрать, но я решил их взять, в принципе, почему бы и нет. Можно еще неумолимый рок какой-нибудь вкачать, если вообще упороться в агронабор, но это уже дело, так сказать, такое. Разберем, как набирать агро в Т4 и без Т4. В общем-то, все по классике. Мы подходим, допустим, к манекену. У манекена есть тоже какой-то там агронабор. А как начинается у нас бой? Вы нажимаете истерию. Вообще у нас гор должен быть для начала. Вы нажимаете истерию себе. Вы спамите ЛПшки до посинения. Это раз ЛПшка, это два ЛПшка. Два ЛПшка не прошла, хита не хватило. Нажимаем кровотод, нажимаем еще ЛПшку. Теперь. Дальше идет по-разному. Если у вас нету Т4... Вы нажимаете усиление рунического оружия и спамите еще 3 ЛПшки. После чего вы начинаете спамить пожинания. Сейчас у меня тут отбагается эта штука. Она почему-то забагалась, вот. И спамите дальше пожинания. Пожинание набирает нам по 500 агронабора. Как мы видим, ЛПшка накидывает по косарю агронабора. В принципе, 1/2 от этой самой ЛПшки. ЛП набирает больше всего агронабора у нас. И, по сути, это у вас самые две такие кнопочки, которыми вы спамите. Это ЛП и это пожинание. Пожинание, во-первых, половина от агронабора ЛПшки. Во-вторых, оно увеличивает вам истерию длительности. Истерию вам желательно иметь аптайм 100%. Почему? Потому что, когда вы нажимаете истерию, шанс крита ваш повышается. У меня сейчас перчатки на крит, поэтому крит у вас будет немного меньше, чем у меня. Вы нажимаете серию, крит повышается, соответственно, ЛПшки могут гритануть. Ну и агронабор, конечно же, будет тоже больше. То есть вот ЛПшка 1, ЛПшка 2, что-то там по 500, по косарику, что-то такое вот набирается. Вы нажимаете пожинание, оп, истерия стала не 22 секунды, а 27 секунд. Теперь мы разобрались, какие кнопки нужно нажимать без Т4. Теперь что мы можем сделать, если у вас есть Т4? Во-первых, вы также спамите ЛПшки до посинения, прям до конца. Потом нажимаете усиление рунического оружия, можете под себя кинуть лужу. И если у вас есть Найтборн, это лучшая раса, то вы нажимаете чародейское святочие, которое снижает ресурсы ваши, траты. И спамите пожинания плюс рунический удар свой. Агронабор просто нереальнейший. Но это, конечно же, в Т4, у меня еще и лучшая раса Найтборн, на секундочку. Лужа спамит очень много агронабора, не стоит ей брезговать даже соло таргет. То есть сейчас я стою просто АФК-шу, и по 300 агронабора набирается. Напомню, что одна ЛПшка, сколько там набирает одна ЛПшка? Не промахом. Набирала по 300, ЛПшка дала 400 сейчас. Ну, это без крита, понятное дело. 500, что такое? Лужа набирала по 300, напомню. Так что, в общем-то... Этим можно пользоваться. У меня сейчас 3 Т4, у меня нет 4 куска, поэтому я руник сейчас спамить не могу. Но могу показать бой, как, в принципе, все это шло, как набирался агронабор. Прямо сейчас. Вот собака. Тюрьма Толгорода. В общем-то. Погнали смотреть. Начинаю с таунта, ЛП. Должен был истерию нажать. Истерию. После ЛПшки нажал сразу кровотод и ЛП, ЛП, ЛП. У меня тут два на пула. Ну, в общем, они нажиматься все равно потом, скорее всего, не будут. Никогда. Руники. Закинул лужу, потому что у меня есть Т4. Агронабор неплохой. Нажимаю чародейское святочие и начинаю спамить пожинания. Плюс рунический удар постоянно. Рага у меня бесконечная, потому что я Найтборн. Найтборн это топовая раса. Если хотите играть за ГДК танка и набирать очень много агронабора, стоит все-таки ее взять. Истерия бесконечная. Чародейское сосредоточие, благодаря нему у меня рага вообще не заканчивается. Плюс второе дыхание, то же самое. Рага в первую минуту боя просто нереальное количество. И в общем, моего ГДК танка 3004, который нажимает на пофигу кнопки в пианино,
забывает про рунический удар спам, хотя он вроде бы светится. Набирает агро просто нереальнейшее. Как видите, там 50% люди еле как набрали, с ДПСом 25 тысяч, как видите на экране. 25 тысяч ДПСа пофигу абсолютно, на пулы. Меня никакие больше не сдаются, все, вначале что-то там напулили, но я бы исправился, в принципе, и без этого напула. Не думаю, что мне 2 напула дали 50 тысяч агронабора. В общем, если говорить за агронабор, то вы поняли. Это ЛПшка, это чародейские пожинания, точнее. И если у вас есть Т4, вы можете спамить рунический удар побольше, чем я. И лужу разливать под себя. Очень даже неплохо. Не забывайте про истерию, аптайм 100%. Ну, а если говорить за трэш, то есть как агро набирается на трэше. Вот, условное какой-нибудь там РБК вы проходите, пачку трэша вы пулите на себя. Скорее всего, вырываться ДПСеры будут сразу, поэтому вам придется начинать бой всегда с лужи. Когда вы пулите пачку, выкидаете ЛПшку, выкидаете удар чумы и выкидаете мор. По всему этому делу. Ну, заранее вы могли истерию нажать. Потом, если вы Найтборн, вы нажимаете чародейское святоще и начинаете спамить пожинания. И набираете, опять же таки, агронабор. Насчет моего билда. У меня вкачан удар смерти для того, чтобы я хилился. Но если вы хотите больше агронабора, вы можете пожертвовать отхилом и закинуть еще один талант в болезненность. Либо вы можете удар смерти вообще еще сильнее пожертвовать им и закинуть еще и в неумолимый рок. Еще один талант. Будет больше агронабора от пожинания, потому что больше урона от пожинания. В общем-то, ДК сейчас делают агронабор просто летейший. Так что можете, ребят, пользоваться. В общем, если видосик был полезный, можете поставить лайкос. Нет, бесполезный, ставим дизлайк. Увидимся, ребят.